До азана еще десятки минут, а в зале уже нет мест. Одни с удовольствием смотрят концерт, другие рассказывают дочкам о Рамазане и ифтаре. Идет такая энергетика. Людей, просто, которые пришли, поделиться своей верой, поделиться своей любовью с тем, что им дорого в этой жизни. Алинка еще маленькая, но она тоже уже понимает, что происходит. Мне очень здесь нравится. В этом году женский ифтар проводится отдельно от мужского, и ощущение самые праздничные, потому что ощущаешь некое единение действительно с женским. Протяженный азан и чтение сур Корана – так начинается вечер разговения. После молитвы все приглашены на вечерний прием пищи. На столе плов, овощи и фрукты. Для тех, кто не смог попасть на республиканский ифтар – ланчбоксы на вынос. Когда женщины, так как сестры, близкие люди одной веры собрались в одном зале, это, конечно, такое большое эмоциональное впечатление производит. Какое-то единение. Интересно, я думаю, что это нужно делать. И это очень хорошо, что это есть. Больше 4000 человек – мировой рекорд женских ифтаров. И это не предел. В следующем году его планируют провести на Казань-экспо и собрать уже десятки тысяч. Салават Мухаммадуллин, Фаирюза Мазитова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.